кто, какая часть, зачем пришел? Алексей, 25-я бригада, войсковая часть, 75-242, войсковая часть, 25-я бригада. Зачем прибыл, с какой целью, кто послал? Прибыли мы на учение. Драйвер, нас тут обманули маленько. Ну, так вот оказалось, что теперь я здесь. Та же часть изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были демобилизованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать, как пушечное мясо. Хотя люди все проявили нашей части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Александр, 25-я бригада.